Хотел бы поблагодарить всех тех, кто пришел сегодня поддержать непосредственно город Аксу, болельщиков города Аксу с этой победой. На эмоциональном фоне внутри команды она была нужна нам, эта победа. И сегодня ребята проявили характер. Где-то, может быть, немножко что-то тактически, технически не доиграли. Но это все рабочие моменты. В целом мы довольны. Как-никак мы положили еще 3 очка в нашу копилку. Через 3 дня снова игра, новые силы, новые задания, новые цели. Будем достигать их. Ну, все мы понимали, в случае проигрыша, либо, возможно, даже ничейного исхода, мы отпускали непосредственно наших прямых конкурентов от нас по турнирной таблице еще выше. И я думаю, в дальнейшем было бы нам сложно наверстать упущенное. Поэтому сегодняшняя победа, тем более после проигрыша домашнего дерби, она была необходима как воздух. Всем спасибо, ребятам отдельная благодарность. Ну, там, скажем так, небольшая предыстория есть. Играя в Таразе, мы проиграли там матч со счетом 0-2. И Виталий на 90 плюс добавленное, подавая угловой, ну, не получилось у него подача. Мы получили контратаку и нам забили 2-й. И сегодня перед игрой, выпуская, ну, делая установку, Виталий, мы сказали: Виталий, вот сегодня надо реабилитироваться и для себя, и для команды и так далее. Ну, Виталий Золотарев вышел, я думаю, забил победу, всех порадовал. Мы очень рады. Я думаю, он еще порадует нас на большой арене. Всем спасибо.